очень интересным явлением. Приехал, год, вот знакомый с людьми, суета такая, второй год. А потом чувствуешь страшное давление. В глазах злость у людей, алчность. Человека, вот ненавистничество какое-то. Вот это как роботы. В Нью-Йорке, в Америке мы работали еще хуже. Еще хуже. Там просто невозможно даже дышать, потому что роботы. Люди превратились в роботов, для которых деньги, секс и время. Три категории. Больше ничего не существует. Мы сегодня бедны. Относительно, может быть, Америки, относительно Швейцарии. Но то, что есть наше богатство, это действительно уникально. Наша страна находится между Востоком и Западом. То есть, если бы мы были только восточными людьми, ну вот как и Индия, допустим, там у них Восток, чистая вот эта философия, нищета. Если бы материалистами были, как американцы, но тоже хорошего нет ничего. Мы с вами и материалисты. И мы запустили первый в космос космический корабль с человеком. Это действительно достижение. У нас огромное количество открытий в науке. Я без конца не перестаю...